Всем привет, меня зовут доктор Атабеков, и это канал «На пульсе». Хотел вас познакомить с одной свежей статьей, где авторы сделали заключение, что микробиом, то есть микрофлора кишечника, она способна защищать от ожирения, преддиабета и метаболического синдрома. Мы знаем, что бактерии в кишечнике очень активно участвуют в нашем с вами здоровье. Они регулируют пищеварение, они регулируют иммунитет, они регулируют работу наших внутренних органов. И как раз часть бактерий, они стимулируют размножение специальных клеток в кишечнике, TH17, которые налаживают обмен жиров и углеводов. И употребление большого количества сахара снижает количество вот этих бактерий, которые стимулируют выработку вот этих вот защитных клеток в кишечнике. Соответственно, возникает ожирение, метаболический синдром, жировая печень, атеросклероз и прочее. Если же мышам давали диету, которая была бедна сахаром, у них наоборот становилось больше вот этих вот хороших бактерий, которые защищали от метаболического синдрома, ожирения и преддиабета. То есть происходило снижение воспаления в организме и улучшение иммунитета. И на этом пока что все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания.